Москва, 12 июля, РИА Новости. Погода без осадков прогнозируется в Москве в четверг. Воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды ФОБОС. Сегодня метеоусловия в столичном регионе будут определять с областью повышенного атмосферного давления с преобладанием солнечной и сухой погоды. Днем в Москве и Подмосковье ожидается погода с переменной облачностью, без существенных осадков, сказали в центре погоды. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 25, плюс 27 градусов, по области плюс 23, плюс 28 градусов. По данным ФОБОС, ветер ожидается северный со скоростью 1,6 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба.